6 утра просто. Держись тут. Рэмбушка, встреть нас, пожалуйста. Да, класс. Чайки не пуганные летают. Там спит. Мансур полетел, давай. Ну-ка, давай, сними меня, подожди. А нет, вот так, на себя подержи. Видно? Да. Ну, давай, так. Полетел? Полетел. Все отлично, не надо из корзины вылазить. Отлично. Все, Мансур с аэровальцем летит. Аэровальц-то покажи. Там с ним чайки вообще летят с аэровальцем. Да? Да. Ну, чайки. Кого чайки, у кого нет. Там камера снята. Вот. Давай. Вот, я дымочек вышел. Мансурик полетел, да. Где дымочек? О, это вот это Волга, да? Что с нашим прогнозом? Все отлично. Леша, посмотри, какой прогноз. А для того, чтобы полететь на воздушном шаре, вот там есть куда переходить. Аэровальс. Сторис вчерашний, посмотрите. Доброе утро, кстати, всем. Ой, как классно. Интересно, это сколько мы сейчас высота? Я Рэмбо еще вижу. Доброе утро. Никогда еще вместе не встречали рассвет. Вот время пришло. Мамочки, что ты делаешь? Не дергайся. Я не дергаюсь, это ты дергался, не я. Вот, видишь, это ты. Перестань так делать. Ой, мамочка. Вот, так надо переключить. Не надо нашу рожь показывать страшной. О, там смотри, какие-то резервуары, что ли, дождь. Смотри. Вон там, это резервуары, да, какие-то воды? Какие-то пруды просто. Корнебеет солнце, да, вот она. Планирую пока, но до 3 сентября.
Бог помощь, по-моему, он сказал. А такое можно говорить? Бог помощь, да? Я не знаю, что он сказал. Я вообще слово возвращайтесь, услышал. Я тоже услышала, Бог помощь, послушайте. Да? Да. Так что не ругаться. Где ты говорил? До 400 метров на параплане инверсия. Да, в 6, ну, 6 утра показывает. Только повернулся выше 400. Это мы уже 500 метров, да? Ага. Ну, пока еще есть интернет. А что бы ему не быть-то? Ну, я не знаю, на этом, на реактивном самолете не было интернета. Вон аэродром видите. Где аэродром? Ну, да, большая полоса. Ага. А тот, который маленький? Маленький. Да, Сафовский, который? Как озеро, мне кажется, вот это вот тоже. Он почти примыкает к большому. Mm-hmm. Ну, вон труба слева, две каких-то прямоугольных. Ага. А, это да, доки. Смотри, вон заправка, вот где мы кофе. Где мы кофе? Где заправка? А, вон заправка. Вот заправка. Угу. Ну вот, да, видишь? Короче, на центр города мы не попадаем. Как ветер. Боже, в 5:16. Вон Володя. Где Рэмбо? Я не вижу. Наверное... А, Рэмбо, привет! Боже, в 5 утра я лечу на шаре. Это мы все, это Мансур летит на шаре. Как называется, в самом начале эфира можно было увидеть Мансура. Кстати. Ну, еще попозже, может, увидим. Сейчас мне просто, как бы это ни звучало, лень раздеваться. А вы не ездили, мы на то поле, смотри. Где? Где море Каспийское. А где море Каспийское, Леша? Там? Смотри, как она идет, вот так, да, вихля. Слушай, ну учитывая, она что... Она повыше поднять. Да? 300 метров. О, кто-то там. Это что-то разгружают. Да? Да. Хрен вам, а не прогноз. 700 метров. Мы хотели на Кремль прилететь, Женя. Мы хотели в центр прилететь. А и чё? Ну, полетим в итоге мимо. А мне показалось, Ваня сказал, что мы хотим на какой-то Десафовский аэродром. Ну, это через центр. А почему мимо? Потому что плохая погода? Почему плохая? Погода хорошая. Прогноз. Прогноз и место, их нужно друг с другом связывать жизненным опытом. А-а-а. У нас есть прогноз и жизненный опыт в Подмосковье. А-а-а. Понятно. А надо было, короче, нам лететь сегодня с островом. Да? Угу. А вон остров, вон мы ездили на него, видишь, остров? Вот с этой стороны у него пляж цивилизованный, вот видишь, вот пляж, ну вон красивый пляж. Да-да. А мы вон, видишь, где дырка в острове. Да. Мы вон туда ездили. А-а-а. И вон напротив, через него, этот Кремль, вон храм. А-а-а. Только я не вижу стен Кремля, честно говоря. Мне кажется, мы стоим на месте, нет? Ну, мы медленно, но летим. Да, а вот что-то... Скорость у нас... Мне кажется, Рэмбо поехал. Скорость у нас вообще-то не такой уж и маленькая, 10 км в час. Да? Он, Рэмбо, да, поехал? Ну, конечно, поехал. Он хочет в Макдональдс поехать. Кто чё? А Рэмбо пожирает. Море, где море? Да. Вот там есть дырочки, через которые можно посмотреть. А нельзя
этого фото делать, да? То есть если закроешь эфир, там... А можно я сейчас закончу эфир уже? А. Чего? Люди 5 утра спать хотят. Они и так вышли, непонятно. Зачем, думают? Медведя не показывают. А я медведя не показываю, да. А, это все разгружают, да, они? Извините. Где-то рамбочка? Смотри, вагончики катаются. Вон рамбочку я вижу. Не слышно, катаются вагончики.